Как вы знаете, Алмазбек Шишенович сейчас находится в Испании. Ему предстоит сейчас еще сделать 3 операции. Конечно же, он планирует, он об этом несколько раз заявлял. Но необходимо сейчас пройти полный курс, значит, операции, которые ему необходимо сделать, а также пройти соответствующую реабилитацию. Вы понимаете, он не хочет заниматься политикой, он ушел с президентства в 2017 году с полной надеждой отдать политику и так далее другим людям и больше не возвращаться в политику. Но его вынуждали каждый раз возвращаться в политику, и он и не хочет возвращаться в политику. Но если его будут вынуждать, как-то заставлять, то, конечно, ему придется, но он не хотел бы, насколько я информирован. Политическая обстановка в Кыргызстане, я считаю, сейчас стабильная. Никаких в ближайшее время выборов не состоятся, но очень тяжелая экономическая ситуация. То есть мы должны думать, как бороться нам с засухой, как бороться с нехваткой воды, как бороться с нехваткой электричества. То есть сейчас перед страной, перед правительством стоят сугубо экономические проблемы, которые нам всем вместе надо решать в партнерстве.